пытаемся прорваться к нашему ходу. Вот дай его. Поехали, дружок. Давай. Он тяжелый, да еще. Нового члена семьи. Охранника подарить. Имя ему сам дашь. Я его так чинил, назвал дом. Да, 11 января исполняется 2 месяца ему. Сейчас вот он 8 килограмм весит такой. В принципе, все. Это монгольский банхар, да? Да, монгол-банхар. Вот все. Такой. Лапки. В принципе, уже кушает сам работяга. Главное, чтобы охранял здесь все. Служил верой и правдой твоему дому. О, круто! Держи, у него ходок есть? Держи. Thank you.
честно говоря, загорелся, то, что вот надо этим этому реально учиться. Конечно, тем более это у вас должно быть в крови у всех. Да, я вот просто сейчас, я вот проскакался 3 раза, да, и мне показалось, что вот прям хочется еще и не останавливаться. Так что верблюжий остров заболел наш супер тоже на этой теме. Надо стрелять в верблюдов. Ощущения вообще, эмоции переполняют вообще, зашкаливают. Вообще легко это? Легко стрелять на самом деле? Очень нелегко. Вот ты, вот ты обучаешь лошадей, да, Бакур? Вот ты в плане с детства на коне. Да. А вот стрелять с лука, я думаю, это... Первый раз это вообще. Ну, с лука ты стоя хотя стреляешь, да? Да. Не, стоя как я, несколько дней всего стрелял. А так это, блин, адреналин вообще. Ну, ты самая юная у нас участница просто. Как тебя зовут? Женя. Женя. Молодец, что ты занимаешься этим делом. Большой пример нашим молодежи. Фотограф, такое настроение хорошее. Во-первых, это в степи, на свежем воздухе. Самое главное, это первое впечатление, это первое первенство, конная стрельба. Для нас это новое. На самом деле это очень интересно. Это возвращение к истокам. Это прежде всего. Во-вторых, это спорт. Спорт — это впервые благодаря нашему Владаю, он инициатор, который президент федерации конной стрельбы. И человек такой самобытный, интересный. И благодаря ему и его сподвижникам состоялось сегодняшнее мероприятие. Это очень здорово. У него, скажем, на его хозяйстве это происходит. Интересно, что еще можно сказать? Это только начало. Ты большой молодец! Дай кулачок! Вау! Вообще, это огонь! Бил в глаз, он вернулся. Будем давать интервью в России. Да не, я думаю, не надо показывать. Ну, дорогие друзья, закончились соревнования на конной стрельбе из лука в Калмыкии, в Владимирском районе, у Хонгарова, у Владаева. Я считаю, что соревнования прошли на высшем уровне. Брата, вот его начинание, и очень все понравилось, организация, все, и поели, и попили, и постреляли, вот, много друзей приехали, пообщались, сделали выводы, ну, теперь будем тренироваться. Да, я думаю, это вроде тоже каждый должен попробовать и поучиться пострелять из лука, потому что это ощущение, драйв нереальное, что, я думаю, должен каждый мужчина испытать. Поэтому попытайтесь, занимайтесь. Стрельбой, вообще стрельбой из лука. Вот, кстати, если кому будет интересно, ищите страницы, ищите сайты, еще я в описании оставлю под этим видео. Можете к ним обращаться, и Бонгер вас научит, покажет, приведет через вечер. Здесь я хотел добавить, что есть многие ребята, которые первый раз здесь в рубль стреляют, у многих сидит это внутри. Они просто берут, заряжают и стреляют, скачут, бросают и стреляют. Это просто приятно смотреть. Да, люди, которые первый раз. Вот сегодня я первый раз, и я думаю, я вас не подвел, так что спасибо за просмотр, да, спасибо, что поддерживаете нас. Всем огромный привет, кто нас поддерживает, братьям, бурятам, монголам, казахам, дувинцам, всех алтайцам, кто нас... Главное начать, да, я думаю, вы с нами нас поддержите в любом случае. Это видео можете репостнуть, показать всем, кто есть друзья, как пример, я думаю, для нашего поколения, что люди должны видеть, чем мы занимаемся. Это должно все показываться. До этого мы здесь этим занимаемся. Своим примером, методом практики. Мы не болтаем, мы сделали, приехали и сделали. Поэтому Калимбу Туралан, Сербия.